Друзья, этот вкусный пирог с яблоком-брусникой обязательно должен занять место в коллекции ваших рецептов. В миску добавляем 200 мл теплого молока, 50 мл теплой воды, столовую ложку сахара, 2 чайные ложки дрожжей. Перемешиваем, накрываем и убираем на 10 минут в сторону. Снова перемешиваем, добавляем 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли, 1 яйцо, 50 грамм растопленного сливочного масла и еще раз хорошо перемешиваем. Добавляем 500 грамм муки и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и на 40 минут убираем в теплое место. Для начинки произвольно нарезаем одно яблоко и к нему добавляем 450 грамм размороженной брусники. Добавляем 150 грамм сахара и перемешиваем. Тесто делим в соотношении примерно 1 к 2, а большую часть раскатываем в круг диаметром около 40 сантиметров. Выкладываем на противень, сверху выкладываем начинку и распределяем по всей поверхности, не доходя до края примерно 2 сантиметра. Прищипываем края, формируя бортики. В яйцо добавляем немного молока, взбиваем и смазываем тесто. Тесто получилось немного больше, я разделал на две части, раскатал и с помощью специального валика сформировал сетку, которую украсил пирог. Смазываем яйцо и убираем в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-40 минут. С этим рецептом с легкостью справитесь и вы. Всем приятного аппетита, спасибо за внимание и до новых встреч!